Здравствуйте, я Кипазмоним. Моя мечта стать актрисой или певицей. Нет, я буду балериной. Короче, я творческая личность. О моих проектах вы узнаете на официальном канале в YouTube. Привет, я Симочка-младшая. Привет, меня зовут Гвинтик. Пчела, птица, пес. Что-то я наелась. Пойду лучше журнал посмотрю. Правильно, сестренка. Журнал, конечно, интереснее. А я твою порцию съем. А можно я тогда этим пирожным своих зверушек накормлю? Да, конечно. Стой! Ты что, не знаешь? Что? Это пирожное так любит! Кто? Твоя сестра? Пчела, птица, пес! Пчела, птица, пес? Кто это? О, это существо! Живет высоко в горах! Передвигается быстро-быстро, так что никто его не видит! Оно очень любит сладкое и собирает нектар, как пчелка, но не в цветах, а в сластях и пирожных. Ух ты, пух ты! Никто еще не видел пчела-птицы-пёса, но точно известно, что он приходит по ночам специально за этим лакомством. А давай оставим его здесь на ночь. Вдруг пчела-птица-пёс придет сегодня. А что, неплохая идея. Нужно заботиться о братьях наших меньших и о сестрах старших. Расскажи еще что-нибудь о пчеле, птице, пёсе. Ну, он похож на большую пчелу с клювом, как у птицы, и покрыт шерстью. У него, как у собачки, есть зубы. Он все время летает и жужжит. А когда ему хорошо, поет как соловей. Вот так, фью-фью. Как он будет есть пирожные? Это невозможно. Почему? Потому что тот, кто хоть раз увидел пчела, птицы, пёса, тот кричит от ужаса и надолго лишается дара речи. Пойдем спать, солнышко. Завтра проснешься и поймешь, приходил ли пчела, птицы, пёс или не приходил. Птицы пёс, кроме этого пирожного. Он любит. Что он любит? Вот что он любит. Соль любит, чеснок любит и перец просто обожает. А теперь спать. Привет, я Симочка-младшая. Привет, меня зовут Гвинтик. Черная суббота. О, гороскопчик. Так, четверг, пятница. Вот, суббота. Берегитесь. Ага, вас подстерегают опасности. Вас ждет черная суббота.
суббота. Не дождется. Ничто так не поднимает настроение, как пара блинчиков с утра. Поясню. Напугал! Чего тебе? Дом я умею рисовать, трубу тоже, а дым нет, нарисуй мне дым. Я занята. Ну, пожалуйста, ну, нарисуй. А мама сказала, что у тебя тонкое... это... Что? Что у меня тонкое? Чувство света. Вот. Ладно, давай свои каракули. Подлиза. Только чтоб так настоящий, чтоб заправдышный. Ой, как похоже получается. Даже с запахом. А, блинчик! Это все она. Чёлная суббота. Глупые суеверия. Никаких черных дней не бывает. Это антинаучно. А гороскоп? А чашка? А платье? Это научно? Вот это научно. Ты это специально, да? Я ему про чёлную субботу, а он похихикать решил. Подшутить над глупой сестрёнкой, да? Ну же, чёлная суббота, заканчивайся скорее. Хочу тебе подарить наш рисунок. Повесь там, у двери. Нет, тут плохо. Вот где надо. Все, я
больше не могу. Я устал и есть хочу. Я тоже. И я. Хорошо. Давайте поужинаем у нас, а потом продолжим поиски. Давайте дальше играть. Нет. Симпатик, ты неправильно играл. Нужно прятаться в одном месте. И только от тех, с кем играешь. Вы же говорили прятаться так, чтобы тебя никто не видел. Мы что, действительно так сказали? Да. Ах, так вот в чем дело. Вы просто неправильно объяснили, как играть. Да, похоже, мы сами виноваты. Не расстраивайтесь, ребята. Теперь знает правила. Да, знаю. И завтра вы снова сыграете в прятки. Да! Вот отлично. Давайте скорее чай пить. Кто бы мог подумать, что правила так важны. Но если о них не договориться заранее, то может быть большая путаница. Нажми сюда, чтобы посмотреть новую серию! Приятного просмотра!